первый грибочек с почином. Чуть грызнутый, но вполне приемлемый. Здравствуйте! Первая декада августа. Мы приехали на свое грибное место. Смешно рассуждал мой муж. Едем, нас обгоняют машины. Мы рано выехали, но машины нас быстрее. Он говорит: да, все на то место, на наше место. Приезжаем, никого нету. Он говорит: нету людей, нету и грибов. Ну, во втором случае оказался прав. Грибов здесь очень мало. Проходили, нашли по пару штук. Выбираюсь из чащи. Я думала, что я одна знаю то место. Оказывается, там успел мужик вперед меня. И все пособирал. И вот мы с ним идем наравне. Он чуть вперед. И выходим на полянку, где сплошные белые грибы. Он кричит: это мои. А я кричу: я тоже их нашла. И хапаем. Он у меня из-под рук выбирает. Ругается. Ну, в общем, очень неприятно. И я не права. Фактически он первый заметил грибы. Но у меня сами руки потянулись. Я думаю, ему неприятно. Ну, не так уж сильно он ругался на меня, но все равно как-то... Вот грибники из-за гриба могут убить друг друга. Не такие они уже и наивные, и миролюбивые, доброжелательные, тихая охота. Нет, когда белые грибы идут... И хапают один из рук второго, это звери. Ну, я утрирую, конечно, но где-то так. Вот такие красивые два грибочка я выхопила. Но он больше, конечно, набрал. Вот этот мужик на меня ругался. Ругался, да. Ну, я ж тоже почти одновременно с вами вышла. Да, я кажу, что... Выбираемся уже с того места и по дороге заходим в те места, которые знаем. Вот находочка. У всех грибников, которые нам попадали сегодня, не очень. Холодные ночи, очень холодные. Мы ехали сюда, руки мерзли. Но грибочки как бы на взлете подбились сейчас, но они аж пищат, хотят расти. Вот из теплого моха вылезли. Два красавчика. Они чистые, несомненно. Грибы выскочили все сразу. Вот какие красивые свинушки. Теперь уже говорят, что они не так что-то там накапливают.
как плохо действует на людей, у которых неполадки с кровью, заболевание крови. Ну, мне тоже удивительно, я не беру эти грибы, но мне тоже как бы странно было слышать, что люди веками эти грибы ели, и что-то с ними не так. Мои любимые колпаки кольчатые. Они у меня приравниваются к белым. Колпакам холодные ночи способствуют. Они растут чистые. А в жару очень много червивых. Маховичков здесь море. Вот там вот. Видно уже, да? Видно. Здесь раз, два, там под деревом, три, четыре. Режем чистейший тоже. Тоже хороший. Все чистые. Пойдем дальше резать. Остатки брусники. Только вот этот клинчик. Ой, какие светленькие подосиновички. А шейки его все. Шейки, конечно, красный. О, молоденький. Да и цей молоденький. Класс. І цей молодий, що цей старий двійки. Да, хороший. Тут убили які. Вот какой краснючок красивый. Молодой, хороший. Вася уже штук 5 нашел здесь. А вот мой и второй. Какой загнутый. И третий. Малюсенький. Не могу не показать эти огромные лисицы. Вот это да. Повырастали. Белый гриб в соснах. Неужели сосновые у нас пошли? Белые грибы, боровики. Он, правда, светленький. Ах, как маху глубоко. Ну, это ли не чудо? Смотрите, какой чистый. Еще одно место. Два краснючка молоденьких вылезло здесь. Три. Три. К
красотень. Опа-на! И на этом же месте. А я думаю, что я в этой азалии брала всегда грибы в этом кусте. Кусту. Неужели ничего нету? Начинаются. Какой красивый. Какая шляпка коричневая, ножка белая. Вот там росли краснючки под осиновики. Я туда прошла, ничего нету. Выхожу, и мне такой подарок. Сосновый белый гриб. Красивенный. Хороший. Кружила я здесь, кружила. Тоже всегда грибки брала белые. Искала, искала, таки нашла. Вот какой красавчик. Чистюсенький.